Здравствуйте, в эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Какие дополнительные возможности предоставляет нам дачная амнистия? Какие проблемы чаще всего возникают при оформлении в собственность земли и построек? И как их избежать? Об этом говорим сегодня в нашей студии. Начальник отдела регистрации ипотеки Управления Росреестра по Самарской области Аделаида Волченскова. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22. Звоните. Здравствуйте, Аделаида Викторовна. Добрый вечер. Новость, которая совсем недавно была озвучена, что дачную амнистию продлили до 2018 года. Что это вообще значит для жителей страны? В чем вообще преимущество дачной амнистии? Почему ей нужно воспользоваться? Значит, 28 февраля 2015 года вступил в силу федеральный закон 20 ФЗ о внесении изменений в некоторые законодательные акты, который в том числе увеличил срок регистрации прав на объекты недвижимого имущества по в упрощенном порядке до 1 марта 2018 года. Что это означает? Это означает, что в упрощенном порядке можно продолжать регистрировать права на объекты недвижимого имущества, на жилые дома, построенные на земельных участках под индивидуальное жилищное строительство, либо на земельных участках под личное подсобное хозяйство. Потому что всегда эти ограничения по сроку действовали только для жилых домов, построенных именно на этих земельных участках, то есть с таким видом разрешенного использования. Потому что вот если говорить о земельных участках, которые предоставлены для садоводства, для дачного строительства, для гаражного строительства, там регистрация прав на здание, строение, сооружение осуществляется на основании декларации. И срок по ним не ограничивался. Чаще всего говорят о дачной амнистии и говорят о том, что она вот действовала только до 1 марта 2015 года, да, по всем объектам. На самом деле нет. У нас был срок ограничений только для индивидуальных жилых домов, которые располагаются на земельных участках с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства либо для личного подсобного хозяйства. Почему я уделяю этому внимание так подробно? Потому что в последнее время мы столкнулись с большим количеством поступивших к нам в управление деклараций об объектах недвижимого имущества, которые, как мы поняли, были связаны с тем, что люди просто не знали, что вот этот срок по дачной амнистии на них не распространяется. Вот. По декларациям фактически это бессрочно. Можно регистрировать в течение всего времени, пока действует этот закон. А как разобраться, вот, как можно регистрировать недвижимость, когда по декларации, а когда по дачной амнистии? Вот в чем разница? Здесь следует обращать внимание, с каким видом разрешенного использования у вас имеется право собственности на земельный участок. То есть, если земельный участок для садоводства, для огородничества, для дачного строительства или для гаражного строительства, то здесь регистрация прав осуществляется на основании декларации на объект недвижимого имущества. ИЖС и ЛПХ, как я сказала, вот там уже регистрация прав осуществляется на основании постановки вот этого объекта индивидуального жилищного строительства на кадастровый учет с привязкой его к земле, то есть к земельному участку в кадастровой палате. И после этого осуществляется регистрация прав на основании документов на землю, на этот объект недвижимого имущества. Ну, вот когда возникают такие упрощения, причем в таком в массовом федеральном масштабе, возникают такие еще и мысли, что злоумышленники тоже могут этим воспользоваться, а другие обыватели, даже не нарушая закон, могут попасть вот в такие неприятные ситуации. Вот у вас есть какая-то информация, чтобы предупредить людей, что могут возникнуть и какие-то вот, ну, не сбои, а вот проблемы действительно с этим? Я поняла, о чем вы хотите спросить. Действительно, у нас упрощенный порядок регистрации дал много плюсов для наших граждан. То есть появилась возможность зарегистрировать те дома, на которые не было документов. Но людям очень хотелось бы иметь на них право собственности, чтобы в последующем их передать, подарить детям или передать по наследству. То есть плюсов на самом деле много. Многие граждане уже зарегистрировали свои права собственности на эти жилые дома и живут в них прекрасно и слава богу. Но, к сожалению, есть категория, я бы сказала,
ну, недобропорядочных в какой-то степени граждан, которые воспользовались упрощенным порядком регистрации. И хотелось бы заметить, ну, основываясь на практике Российской Федерации больше, потому что мы все прекрасно знаем, об этом были и напечатаны различные статьи и в Москве, и в Волгограде, и в Саратове, возникают проблемы с домами, которые были зарегистрированы в упрощенном порядке, а потом оказалось, что эти дома продаются как ну, в долевую собственность различным гражданам. Это действительно такие случаи были на территории Российской Федерации. Но таким образом, чтобы избежать таких моментов у нас, в Самарской области, я просто хотела бы предупредить граждан, что если вы хотите приобрести жилое помещение, которое находится в небольшом доме, то есть это дом на 4, 5, 6 квартир, пожалуйста, поинтересуйтесь у продавца или у застройщика разрешительной документацией. Дело все в том, что помимо нашего федерального закона, который устанавливает процедуру регистрации прав на объекты вот, недвижимого имущества в упрощенном порядке, у нас есть и гражданское законодательство, у нас есть градостроительный кодекс, у нас есть земельный кодекс, которые являются базовыми законодательными актами. И то, что у нас не предусмотрено в нашем федеральном законе о регистрации прав, мы ориентируемся на основные наши законы. Могу сказать, что статьей 222 Гражданского кодекса предусмотрено о том, что право собственности на самовольную постройку на земельном участке может быть признано только по решению суда. То есть необходимо ориентироваться, если жилое строение построено, жилой дом построен с нарушениями строительных норм и правил, в то же самое время вы используете его для себя лично, а не для каких-то общественных целей, то в этом случае к вам никто никаких требований не предъявит. Но в случае, если вы жилые дома используете для каких-то общественных целей, то есть используете их, например, под гостиницы, под кафе, рестораны, там, допустим, прачечные, допустим, ателье какие-либо, или превращаете этот индивидуальный жилой дом в многоквартирный, то я думаю, что необходимо приготовиться к тому, что у вас могут потребовать разрешение на ввод этого объекта в эксплуатацию. Потому что строительство таких объектов должно осуществляться только в соответствии с градостроительным кодексом. Поэтому, если вдруг, уважаемые телезрители, вам предлагают приобрести такое недвижимое имущество, которое направлено на больше, чем использование для индивидуального семьи, то, пожалуйста, попросите разрешительную документацию. Это разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, который готовит Департамент строительства и архитектуры на основании специальной заключение специальной комиссии, которая проверит все соблюдение этих строительных норм и правил. Да. К нам поступает первый вопрос от телезрителей. 202-11-22, звоните, еще есть время. Александр сообщает, что два участка рядом, они объединены, название СОК-5 от завода «Металлург». Один зарегистрирован, а другой куплен по расписке много лет назад. В живых уже этих людей нет, у которых купили. Как нам теперь оформить вот эти участки? А первый, простите? Так, первый зарегистрирован. Права собственности на него зарегистрированы. Да. А второй куплен по расписке. Да, по расписке. Вот как вот теперь быть со вторым? Ну, вы знаете, наше гражданское законодательство говорит нам о том, что приобретение недвижимого имущества должно быть совершено на основании гражданско-правовой сделки. То есть должен быть составлен договор купли-продажи. Только в судебном порядке вы можете признать за собой право собственности на этот второй земельный участок.
А вообще сколько участков земельных может человек оформить в собственность бесплатно? Или вот по дачной амнистии, если вот как вот получается, 2-3 участка может быть у человека? Это же не возбраняется законом? Нет, на самом деле не возбраняется. С другой стороны, нужно здесь разграничивать порядок предоставления этих земельных участков. Купить земельных участков в собственность вы можете сколько угодно, насколько у вас хватит средств. А то, что касается предоставления в собственность бесплатно из собственности государственной или муниципальной, то у нас предусмотрено однократное предоставление земельным кодексом земельного участка в собственность бесплатно. Однократно. Только вся один участок. Процедура, да, вся процедура предоставления у нас предусмотрена статьей 9 закона Самарской области о земле 94 ГД. Если кому-то интересно, пожалуйста, можете прочитать. Вся процедура там установлена. А вообще имеет ли значение год, когда был получен земельный участок, но еще не оформлен, потому что вот часто говорят 92-й год, до или после. Вот разъясните, есть такая действительно дата, что до 92-го года это одна система оформления собственности, а после 92-го года, если участок принят, получен, то другая какая-то. Или нет? Вот почему-то на 92-м году как-то, вот даже есть вопрос от телезрителя, если участок, действительно ли государственный акт на право собственности земельного участка, выданный в 93-м году, вот, пожалуйста. Ну, я сразу хочу ответить на этот вопрос, да, государственный акт действителен. То есть все государственные акты о предоставлении в собственность земельных участков должны содержать всю необходимую информацию на момент их издания и быть действительными на момент их издания. В настоящее время в силу статьи 25.2 нашего федерального закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, можно в упрощенном порядке зарегистрировать свои права на землю, предоставив вот такие государственные акты. То есть вот срок, вот эти годы, когда выдавались участки, никакого значения не имеет? Любые? Практически нет. Необходимо, чтобы просто эти акты были действительны на момент их издания. Понятно. Вот еще такая ситуация возникала несколько лет назад, даже, может, десятков лет назад, когда предприятия выдавали или организации участки своим работникам. И теперь вот эти работники не знают, что с ними делать, потому что уже и предприятий нет, и как-то документы вроде бы тоже у кого-то потерялись, у кого-то вообще нет. Вот это что такое? Начиная с 92-го года, если не ошибаюсь, до 98-го года, предоставление в собственность земельных участков осуществлялось земельным комитетом города Самара, если мы говорим про территорию городского округа Самара. То есть у нас действовал специальный земельный комитет, который предоставлял в собственность эти земельные участки. Соответственно, у тех граждан, которые в свое время оформили данные земельные участки через земельный комитет, и у них имеется на руках свидетельство, они действительны, и они могут зарегистрировать свои права собственности на эти земельные участки. Если через земельный комитет не были оформлены данные земельные участки, то в этом случае у вас общая процедура предоставления в собственность этих земельных участков. То есть необходимо обратиться либо, если по городу Самары и собственность на них, на землю, не разграничена, то это Министерство имущественных отношений. Если собственность зарегистрирована, муниципальная, на эти земельные участки, то это Департамент управления имуществом города. Если это Волжский район, то муниципальный район Волжский в администрацию, пожалуйста, муниципального района Волжский, обращайтесь с вашими документами о предоставлении вам собственности этих земельных участков. Но вообще вот эта процедура оформления земли в собственность, с чего нужно начинать? Вот что нужно знать, какую информацию, в какие сроки, сколько все это стоит? Хотя мы говорим бесплатно, но все равно какие-то деньги, наверное, придется платить. Дело в том, что все зависит от того, какие у нас есть документы на землю. Дело в том, что с 1 марта 2015 года вступили достаточно серьезные изменения в наш земельный кодекс Российской Федерации, которые упорядочили и порядок предоставления земельных участков в собственность, и разграничения, и предоставили выбор людям, на каком праве они хотели бы обладать теми или иными земельными участками. Но практика это еще не наработана. Есть определенный период, такой вступительный период, в течение которого будут определяться и с процедурами предоставления и так далее. То есть здесь нужно исходить из того, каким образом у нас дальше будут
уже эти участки предоставляться. Сама процедура предоставления осуществляется через Министерство имущественных отношений Самарской области, если собственность не разграничена и земельные участки предоставляются не для строительства, либо Департамент управления имуществом городского округа Самара. И в связи с этим, конечно, порядок предоставления этих, это, конечно, не в нашей компетенции, не в компетенции управления Росреестра. Мы уже регистрируем права собственности по факту предоставления вам этих земельных участков. Но для регистрации здесь требуется только само постановление, распоряжение и оплата государственной пошлины в соответствии с налоговым кодексом. Угу. Следующий вопрос, Владимир Павлович. Есть два участка, купленные в начале 90-х. Есть свидетельства на участке, они заброшены сейчас, и я их вряд ли найду. Но из налоговой мне постоянно приходит налог на землю. За что я должен платить? Может быть, мне от них отказаться? И что я должен сделать? Вот такая ситуация. Вы знаете, самое интересное, что это не единичная ситуация, когда у нас телезрители, граждане наши, готовы отказаться от права собственности на земельные участки. Тем более, если не пользуются. Действительно, если не пользуются. У вас на руках есть свидетельство о государственной регистрации права, еще выданное до 98 года. С этим свидетельством вы можете обратиться в кадастровую палату, где этот земельный участок поставят на учет как ранее учтенный земельный участок. И с этими документами уже вы можете обратиться к нам и подать заявление об отказе от права собственности на данный земельный участок. В этом случае будет зарегистрирована собственность того муниципального района, к которому относится этот земельный участок. Следующий вопрос. Что делать, если документы оформлены неправильно? Председатель неправильно их оформил, изменил запись в реестре членов дачного товарищества, а прежнего хозяина мы не можем найти. Как оформить собственность наш дачный участок? Ну, хороший, конечно, вопрос. Председатель, конечно, в этом случае, наверное, не имел права вносить какие-либо изменения. Но, с другой стороны, вы должны прекрасно понимать, что если вы являетесь членом садово-дачного товарищества, и у вас есть возможность через муниципальный район свой подать документы в администрацию муниципального района, подать документы о предоставлении вам собственность бесплатно этого земельного участка. В случае отказа вам в предоставлении этого земельного участка, с этим отказом вы можете обратиться в суд и признать за собой право собственности на этот земельный участок уже в судебном порядке. Угу. Вот еще такая ситуация. Вот, ну, нет документов. Ну, всякое в жизни бывает. Вот если кто-то когда-то выдал, а документы не сохранились. Вот какая-то есть возможность все-таки оформить собственность? Вот такие участки, когда нет документов, вообще никаких свидетельств. Такие вообще бывают ситуации? Бывают. Вы знаете, бывают. И документы восстанавливаются, если действительно они были. Да. То есть восстановить можно на самом деле. Надо единственное, что вспомнить, в каком месте расположен земельный участок, то есть точный адрес. Уже в связи с этим, допустим, если земельный участок был предоставлен под садоводство на территории городского округа Самара, и вы точно помните, что у вас было свидетельство о праве собственности на землю, вы вполне можете обратиться в архив сведений, который находится у нас на Антонова-Овсеенко, 44А, и вам предоставят полную информацию, что действительно по этому адресу вам предоставлялся земельный участок, вам было выдано такое-то свидетельство, и если подлинник свидетельства у нас сохранился, то вам могут предоставить и копию этого свидетельства как правообладателю. И с этими документами, в принципе, возможна регистрация права собственности у нас на этот земельный участок. Если вы не находите эту информацию, то порядок предоставления собственности земельного участка у вас общий. Угу. Можно ли участок, который используем на правах аренды, зарегистрировать в собственность? В каких случаях нельзя? Вот да, вот люди вот обрабатывают там сроки, да, там 25 лет, потом еще продлевают. Еще, и, конечно, хочется, чтобы эта уже земля, на которой ты работал и все устроил, была твоей. А иногда возникают моменты, когда вот нельзя этого сделать. Это что, как разобраться? Но здесь мы говорим о порядке предоставления в собственность земельных участков, допустим,
с правом выкупа, либо бесплатно, в случае преимущественного права на них приобретения. Преимущественное право приобретения, если на этом арендуемом земельном участке вы возвели строение для сооружения и его зарегистрировали, то в этом случае у вас есть преимущественное право приобретения в собственность этого земельного участка. А можно строить вот на таких, на участках, которые в аренде, строить вот если строения такие? Договором аренды не предусмотрены какие-либо в этой части ограничения, и в том числе, если в договоре аренды у вас не предусмотрено, что его нельзя выкупать или предоставлять в собственность, то в этом случае ограничений никаких нет. То есть необходимо читать, что, на каких условиях вы заключили договор аренды. А вот еще вот в каких-то вот в лесных зонах, в каких-то таких вот существуют участки, которые невозможно тоже. Конечно. Это есть такое, да? Конечно, это и особо никогда охраняемые. Нельзя будет, даже по истечении. Это особо охраняемые природные территории. То есть на них распространяется действие лесного кодекса. Соответственно, там возможно взять в соответствии с лесным кодексом только в аренду через конкурс-аукцион, через Министерство природоохранных ресурсов какой-то участок в собственность. Но имейте в виду, что на этом участке вы не имеете права возводить какие-либо капитальные строения и сооружения. И вы должны будете ухаживать за этим лесом. То есть в том числе там возлагаются правила о санитарной обработке леса. Следующий вопрос от Анатолия. Дачный участок на Горелом хуторе в садовом товариществе мне не дают оформить его в собственность. Говорят, что он находится в лесу, хотя там уже очень много построек, и они уже оформлены в собственность. Как мне с такой проблемой быть? Куда обратиться? Ну, как я уже говорила, у нас общий порядок предоставления в собственность земельных участков. Нужно четко понимать, насколько распространяются границы особо охраняемой природной территории и на каком основании были зарегистрированы предыдущие права собственности ваших соседей. То есть, если там заключены договора аренды на особо охраняемые природные территории, то, естественно, капитальные строения там невозможны. С другой стороны, у вас есть возможность обжаловать действия органов в судебном порядке и доказать то, что ваш земельный участок находится не в особо охраняемой природной зоне. А вот если строит человек и баню, и домик, и второй домик на своем участке, вот эту информацию о строительстве нужно подавать когда вот в Росреестр? И нужно ли это делать? Или это его личное дело? Вот строю, что хочу, то и на своем участке строю, если он в собственности уже. Если земельный участок предоставлен для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства, то необходимо обращать внимание, что у нас на территории городского округа Самары действуют правила застройки и землепользования, которые утверждены еще в 2001 году. Постановление Самарской городской думы 61, по-моему, 26 апреля 2001 года, в которых четко обозначены параметры и процент застройки этих земельных участков. То есть дачная амнистия – это, конечно, дачная амнистия. И мы говорим о том, что возможна регистрация прав в упрощенном порядке. Но в то же самое время, в обязательном порядке, особенно в последнее время, для исключения каких-либо злоупотреблений, мы проверяем на соответствие жилых домов, а также всех домов, которые были построены на этом земельном участке, на соответствие этим правилам землепользования и застройки. Также такая же проверка осуществляется на территории всей Самарской области. В каждом муниципальном районе нашей Самарской области утверждены уже все правила землепользования и застройки. И, соответственно, есть определенные нормы строительства. Допустим, в городе Самаре у нас есть зона застройки Ж1. И Ж2. Это для отдельно стоящих, индивидуальных жилых домов и так далее. То есть там видов разрешенного использования может быть несколько. И этими правилами землепользования и застройки предусмотрено, что дом, который построен, не может в застраиваемой площади быть более 182 квадратных метров. То есть мы говорим о том, что индивидуальный жилой дом по первому этажу, если измерить, должен быть не более 182 квадратных метров. Если умножить, допустим, максимальное количество этажей, это 3 этажа,
да, то значит, сам индивидуальный жилой дом, даже самый большой коттедж, не может быть более 546 квадратных метров. А вот если построили, ну, не рассчитали, 600, не, вот по закону нельзя же снести этот дом или еще какие-то санкции применить? Конечно, нет. В нашей практике уже случались регистрация прав на такие дома, и в основном это сейчас уже даже идет, люди приносят нам разрешение на ввод данного объекта в эксплуатацию. То есть все наши нормы законодательства нужно рассматривать в совокупности. То есть действует как градостроительный кодекс, правила землепользования и застройки, гражданский кодекс, наш закон о регистрации, в порядке дачной амнистии, в упрощенном порядке, пожалуйста. Но все-таки мы живем с вами в одном городе, и нам бы очень хотелось, чтобы город наш был красивый. Правильно? Да, эту точку зрения я разделяю, действительно. Следующий вопрос от Натальи. Достался гараж от отца, могу ли я оформить его по дачной амнистии? Как узнать, земля, на которой стоит гараж, подойдет для этого или нет? Ну, во-первых, у вас должны быть какие-то документы, остаться на земельный участок, то есть либо на сам гараж после. То есть нужно посмотреть конкретно, какие документы есть. Угу. Если земля предоставлялась в собственность под гаражное строительство, но сам гараж не регистрировался, то вам необходимо вступить в права наследования у нотариуса и предоставить нам на регистрацию свидетельство о праве на наследство на этот земельный участок. После регистрации права собственности вашего на этот земельный участок на основании декларации, которую вы заполняете при подаче документов, мы можем зарегистрировать вам право собственности на этот гараж. Марина, готово постановление на получение земельного участка в Высоклинском районе. Для постройки дома требуют техусловия. А нужны ли техусловия, чтобы зарегистрировать в собственность участок? Дело все в том, что акт органа государственной власти является документом-основанием для регистрации права собственности на этот земельный участок. То есть, если в этом постановлении нет никаких каких-либо дополнительных условий, то для государственной регистрации права вам достаточно этого постановления и, естественно, постановки объекта на кадастровый учет. Угу. Можно ли оформить договор купли-продажи дачного участка без нотариуса? Конечно. Может, здесь у нас предусматривает гражданское законодательство как нотариальный порядок, так и возможность составления договора в простой письменной форме. Это означает, что он не просто написан от руки, это означает, что он напечатан на компьютере, и закон у нас говорит о том, что должен быть минимальное количество, это 2 экземпляра этого договора. Mm-hmm. Один экземпляр остается у нас, один выдается на руки. Можно ли оформить в собственность проезд? У меня за домом есть проезд, никто им не пользуется, он заброшен. Можно ли оформить его в собственность? Ну, это вот вопрос о лишних метрах, да? Все мы смотрим за участок и видим, что вот тут никто не ходит, и тут бы прихватить территорию и так далее. Дело в том, что я бы хотела обратить внимание, что не просто так в свое время были распланированы проезды, не просто так были не предоставлялись собственность. Даже если не пользуются, то есть нельзя, да, получается? Нет, нельзя. И еще вопрос от Виктора. Мне председатель не дает добро на оформление участка, хотя много дач, они оформлены. Как быть? Геосъемку смотрели, мы находимся в дачном массиве. А что как значит вот, председатель не дает добро на оформление участка? Многие дачи оформлены. Если вы являетесь членом садово-дачного товарищества, то вам у председателя необходимо взять выписку из протокола, в котором будет указано, что вы являетесь членом этого товарищества. И после этого вам необходимо обратиться в администрацию соответствующего муниципального района. То есть, если он не дает разрешение, значит, он и выписку не дает. Вот как получается. Но здесь, конечно, вопрос такой хороший. Тут нужно, конечно, решать с председателем. Но в любом случае, если председатель вам не дает такой информации, то вы можете обратиться в суд с иском именно к председателю о предоставлении вам собственности этого земельного участка. Да. Ну что ж, спасибо большое, Аделаида Викторовна, что пришли, ответили на вопросы, разъяснили ситуацию по упрощенному порядку. Всего вам хорошего. Последний вопрос передам по поводу гаража. К сожалению, не оставили вы телефон. Если есть возможность, перезвоните еще и Аделаида Викторовна. Надеюсь, вам ответит. Спасибо большое. Спасибо и вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания.